Церемония награждения участников зимней бизнес-спартакиады. Всего 20 команд от предприятий и организаций Приморского края. Победителем стала команда Центра судоремонта. Победы ожидали, потому что мы ее хотели закрепить, вот, потому что на прошедшей летней спартакиаде мы тоже заняли первое место, в общем-то, и поэтому мы решили подкрепить успех и в зимней спартакиаде. Поэтому этот результат, в общем-то, был для нас ожидаемый. Соревновались по 9 видам спорта. Среди них горные лыжи, футбол на снегу, шахматы и бадминтон. Участники – непрофессиональные спортсмены, многие – сотрудники офисов. И эта спартакиада – это хороший повод для занятий спортом. Мы планируем также дальше активно принимать участие, брать призовые места, вот, и привлекать как можно больше наших спортсменов к этому мероприятию. Команд с каждым годом все прибавляется, новые команды все время принимают участие. И это очень приятно, что у нас все больше и больше людей становится неравнодушным к физической культуре и спорта. Активно нас поддерживает департамент физической культуры и спорта Приморского края. Следующая бизнес-спартакиада на этот раз летних видов спорта начнется в сентябре. Организаторы планируют пригласить на нее участников из стран АТР, а список спортивных состязаний расширить. Инна Гончарова, Евгений Бербенцев, Александр Кононенко, «Панорама».